Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится планшет Alcatel OKT-1. И сейчас я покажу вам, как узнать номер IMEI, а также серийный номер данного устройства. Для начала мы заходим в настройки. Это будет наш первый способ. После чего проходим в самый низ. Выбираем о планшете. Далее проходим еще вниз. И здесь мы видим номера IMEI. Далее, если мы нажмем на модели аппаратное обеспечение, то мы увидим здесь серийный номер нашего устройства. И еще один способ. Мы заходим в приложение «Телефон», выбираем клавиатуру и вводим код «Решетка 06 решетка». И таким образом также мы можем узнать номера IMEI и серийный номер нашего устройства. Нажмем «Ок», выходим. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. И подписывайтесь на наш канал.